30 октября автомобилисты России отметили свой профессиональный праздник. В городской администрации прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали работников автомобильного транспорта Анапы. Слова большой благодарности за ту работу, которую вы сегодня делаете, и в том числе и для города. Вы действительно и помогаете, и администрации. Вы просто не безразличные люди. И, конечно, сегодня те поздравления, те аплодисменты, которые вы сегодня получили, вы действительно заслуживаете. За вклад в развитие транспортной инфраструктуры города грамоты были вручены водителям предприятий «Старт», «Газель-Авто», «Автолайн-сервис», «Виват», «Кубань», «Пикар-Плюс» и организации «Инвалид войны». Также благодарностью главы курорта были отмечены коллективы и руководители транспортных предприятий Анапы.